Театр «Келт» в эти дни отметил сразу несколько событий. Пятилетний юбилей, Рождество и премьеру спектакля «Жизнь прекрасна». Эта англоязычная постановка основана на одноименном фильме 1946 года режиссера Фрэнка Капры. Даже спустя 50 лет картина пользуется огромным успехом у американцев. Какой именно спектакль поставить на сцене театра, посетители могли выбрать сами, путем голосования на официальном сайте театра. Абсолютным фаворитом стала пьеса «Жизнь прекрасна». Все, кто задействован в пьесе, непрофессиональные актеры. В основном это иностранцы, работающие в Казахстане, а также студенты. Но их объединяет одно — любовь к театру. На сцене театра не менее профессионально выступали дети преподавателей. Маленькие актеры свои роли исполняли намного убедительнее взрослых. «Жизнь прекрасна» — это история американского бизнесмена Джорджа Бейли. Когда на его плечи обрушивается масса проблем, он пытается убежать от них, решив покончить жизнь самоубийством. Главную роль исполнил преподаватель международной школы Джеймс Мартин. Я думал, что я самоубийство, но и потом ангел пришел, сошел из неба, и она показала мне, что будет без меня. И мне надо... Я видел, что будет очень много хуже, чем реально. И потом я сказал, что, о, может быть, я сделал очень правильно на земле. И мне не надо самоубийство. Во время антракта зрителей угощали рождественской выпечкой. На спектакль «Жизнь прекрасна» было приглашено все англоязычное население Алматы. Для этих целей рассылались приглашения в посольства и иностранные компании. По словам художественного руководителя Натана Флеминга, впервые в истории их театра случился полный аншлаг.